Зима в Магадане в этом году оказалась непредсказуемой, когда при уборке проезжей части или дворов задействуют технику. И из чего состоит песко-соляная смесь, выяснил вечерний Магадан. На проезжей части специалистам убирать проще. Там применяется тяжелая техника, например, грейдер, который с небольшим добавлением реагентов может снять ледяную корку. В результате получается чистый асфальт. А вот на узких магаданских тротуарах, которые имеют ширину более 2,5 метров, а иногда и уже, применять тяжелую технику, по словам специалистов, не представляется возможным. Комбинат зеленого хозяйства работает в соответствии с государственными стандартами, правилами содержания дорог и иных территорий. При образовании скользкости комбинат зеленого хозяйства периодически применяет песко-соляную смесь, состоящую на 90% из мытого речного песка, который добывается в районе поселка Уптар. На 10% материал сделан из каменной соли, которая от пищевой отличается тем, что не является отбеленной. Применяемая смесь соответствует всем требованиям безопасности. Обязательная обработка производится, когда скользко, для профилактики один раз в 7 дней.